Случаются в жизни непредвиденные обстоятельства. И хорошо, когда они хорошие и положительные. Вот, например, сегодня прилетела в Геленджик, вышла на пляж и познакомилась там с прекрасными девушками, которые сразу меня и искупали, и... А все увидите. Здравствуйте, девочки. Чем вы тут занимаетесь? Ставропольский шашлык. Часто к вам в гости звезды заходят на шашлык? Если честно, впервые. А на самом деле, кто вам звезду-то сплавил? Прям с пляжа, домой. А где же эта Валентина-то? Я вот она. Знакомьтесь, друзья, это Валентина. Вот именно с ней на пляже-то мы задружились. Вторая девушка, Ирина, которая тоже на пляже угощала меня кофе. И попала я в дом совершенно к людям незнакомым, но в глазах у них столько света и души, что я не сомневаюсь, что вечеринка пройдет на ура. Вот и стол. Я думаю, что у большинства наших россиян такие столы не в новинку. Но зато смотрите, какая сервировка. И ножичек, и вилочка, и тарелочки под шашлычок специальные, и сачок, и огурчики, и помидорчики. Сами выращиваете? Конечно, сами. Смотрите, какие красивые женщины здесь. Кстати, это наш личный водитель. Девуленьки, а вот это что такое в красном кувшинчике? Ликер домашний. Вкуснее даже, чем Беллис, друзья мои. И название только что придумали. Ликер Катериновский. Кто будете в Геленджике, спрашивайте Катериновский ликер. В магазине не найдете. У тети Вали на пляже. Пляж Кемпинский. За удачу и за здоровье. Вот так, друзья, начался мой тур по сочинским городам. За ваше здоровье. Доверяйте друг другу и будьте счастливы. Ну вот.